Гору не видели, ё-моё. Пока что ничего не происходит. Несколько часов назад произошел выстрел. Вот. Кто и с кем пока неизвестно. Вот, то есть какие-то лица проникли на территорию вооруженные. И началась здесь какая-то неприятная ситуация. Мы в данный момент просто защищаем территорию от проникновения посторонних людей, в том числе и репортеров. Да нету уже.